Всем привет! Вы смотрите канал «Мошенники звонят по телефону». Наливайте чайку, кофейку. Ближайшие несколько минут пройдут просто великолепно. Но перед началом разговора пиши комментарий, ставь лайк, подписывайся на канал и бей в колокол. Все это нужно для того, дорогой мой друг, чтобы как можно больше людей увидели этот ролик и не попадались на мошенников. Приятного просмотра. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Вас приветствует Сбербанк, отдел контроля финансовых операций. Меня зовут Сергей. Связываюсь с вами по поводу того, что поступил запрос на оплату товара. Интернет-магазин mavavi.ru, а сумма 13 610 рублей. А что там за покупка? Ну, простите. Что за покупка? Чего оплата? Какого товара? Интернет-магазин mavavi.ru, а товар тут, скорее всего, какой-то видеоредактор. А, понятно. Ну и что? Это вы эту оплату проводили или нет? Нет, я покупала видеорегистратор, может быть? Нет, видеоредактор. Это программа для компьютера. Нет, я такую не покупала. Не покупали. Так, уведомления вам поступали какие-то? Нет, сегодня ничего не поступало. Сегодня должно было поступить? Ну, конечно, сегодня. Вот буквально 10 минут назад поступил этот запрос. Кто-то вошел в ваш личный кабинет, произошла блокировка. Из-за того, что с другого региона вошли. Попытались перевести эти средства. Средства? Ну, деньги. Ну, понятно. Ну, заблокируйте тогда же этот счет, ну, что я не переводила. Но проблема остается в том, что кто-то вошел в ваш личный кабинет. А, ну ладно, сейчас надо пойти тогда пароль, зайти в компьютер, переделать. Я думаю, это не поможет. Посмотрите сейчас, пожалуйста, уведомления вам теперь поступают или нет? Я вам переадресацию сделал. Я уведомление включил. Сейчас. Так. Поступили уведомления? Сейчас я посмотрю. А, ну да, ну в общем, игнорируйте это сообщение. Да, все правильно. Деньги не будут списаны. Да, ну, нормально. 1610 рублей. Вот это вот поступило к нам полчаса, ой, извиняюсь, 10 минут назад буквально. Да. Ну все, вот, нормально. Никто доступа не имеет к вашему личному кабинету, кроме вас? Никому не передавали телефон? Да нет. Потому что... Так, а в Воронеже у вас знакомых нет? В Воронеже нет таких, никого нет. Потому что вход в личный кабинет был скоро до Воронежа как раз. Не знаете, да, кто это мог быть? Нет, не знаю. А какая там фамилия? Кто переводил? У меня не показывает. Я поэтому с вами связываюсь, что нужно определить местоположение того человека, который входил в ваш личный кабинет. Ну да. Ну определите, пожалуйста, я же не против. В таком случае я обязан вас уведомить по записи разговора, что банк расценивает данные действия как мошеннические. Я открываю протокол 551 о компрометации ваших персональных данных в последующем их использовании. А для того, чтобы успешно закрыть заявку и остановить действия мошенников по вашим счетам, необходимо разобраться, откуда именно происходит утечка ваших данных и где находится человек, который вошел в ваш личный кабинет Сбербанк Онлайн. Но я-то чем могу помочь? Я же не смогу вам сказать, кто это человек. Я же его не знаю. Нет, эта вся информация хранится на вашем телефоне. Когда человек заходит в личный кабинет Сбербанк Онлайн, она сохраняется на вашем телефоне непосредственно. Для этого нужно, чтобы подключились к нашей системе Сбербанка, и мы смогли определить телефон, с которого входили в личный кабинет. Там прям покажет устройство и его IP-адрес, по которому мы уже сможем понять, где он находится. Да я завтра схожу в Сбербанк и там разберусь.
Сбербанк уже поздно идти, потому что... Да я не сегодня, господи, за ночь что-то, что там может случиться. Светлана, послушайте, пожалуйста, вы подписывали с нами договор. Договор двухсторонний. Наша сторона обязуется в случае мошенничества уведомить вас об этом, а также предотвратить. С вашей стороны вы должны посодействовать этому максимально. Если мы сейчас потратим пустое это время, этот вечер, ночь и завтрашнее утро, когда вы будете идти в отделение банка, мы не знаем, что может случиться с вашим счетом. Просто в таком случае банк не будет нести ответственность, так как я уже вас уведомил об этом, но вы отказались сотрудничать дальше. Поэтому эту ситуацию нужно решать сейчас. Ну, решайте. Да, скажите, пожалуйста, какие негосударственные организации вы передавали свои паспортные данные? Это быстрые не займы, государственные. Ломбарды. Не государственные. Быстрые займы, ломбарды, букмекерские конторы. А, нет. Не было такого? Нет, не было. Так, скажите, пожалуйста, в отделении банка вам карту выдавали, она была в конверте или без конверта? В конверте. В конверте, замечательно. Утечка информации могла быть со стороны других банков? Вы только Сбербанком пользуетесь? Нет, еще Альфа-банк. Там никаких звонков вам не поступало? ВТБ. Никаких звонков из этих банков не поступало? Ну, поступает иногда, предлагают кредитные карты. У меня уже кредитная есть. Карта. У меня есть уже карта кредитная, я отказываюсь. Мне хватит одной. Я вас понял. Просто почему я спрашиваю, что утечка информации может быть со стороны банка. Ну, в случае, если вам выдавали карты без конверта. В других отделениях вам тоже в конверте выдавали? Да, да, конечно. Сейчас, банка, сейчас да? Везде выдают в конвертах. Во всех ну, банках. Проблема, что многим людям сейчас выдают без конверта. А если без конверта, то там сзади этот, как его? CVV, он заштрихован. Угу. Этого недостаточно, есть. Или CVC, как-то по-разному во всех банках, они почему-то по-разному. В любом случае, это нарушение регламента банка, вся карта должна быть в конверте. Ну да. Потому что... Ну мне, значит, везет, тоже... мне всегда в конверте дают. Ну все прекрасно с этим, значит. Скажите, пожалуйста, интернет-покупки делали по вашим картам? Да, конечно, постоянно делаю. Валберис, Алиэкспресс делали покупки? Да, да, именно в этих всегда делаю, все прекрасно. Хорошие в том-то и дело, что магазины. Я вам советую удалить карту, привязанную с этих сайтов, потому что они перепродают базы своих клиентов. Вот эти вот номера карты, которые вы вводили, свои персональные данные, они все были перепроданы. Оттуда могла быть утечка ваших данных. Скажите, а назовите мое полное имя, отчество и фамилию. Сейчас, секундочку, по вам открою полную анкету. Хорошо. Так, сейчас. А почему вы сразу-то не можете найти? Вы же начали потому мне звонить. Я анкету не открывал. А что за анкета? Ну, все ваши данные где хранятся. А, базы, да? Интернет-база, да? В интернете. Нет, не в интернете, она в нашей системе хранится. Сейчас я ее подгружу. Нет, это что-то вы очень долго... Когда звонит сотрудник банка, у него все под рукой, а вы что-то где-то там шарите. Да что-то оно подгружается очень тяжело. Это что у вас так плохо? Плохо интернет работает, зависает? Я не знаю, честно, возможно, какая-то проблема сейчас, я пытаюсь включить ее. Сбой, смотрите, и у вас, да? Но оперативно вы работаете, сразу прямо у вас видно было, что у меня кто-то там деньги пытается списать. Здесь у вас интернет не подвел. Сейчас, сейчас перезапускаешься. Угу. Ну, перезвоните, когда все будет в порядке. Сейчас, секундочку, не разъединяйтесь, потому что разговор записывается, все должно быть в одном диалоге.
Ну ладно, давайте дальше. Все, потом найдете, раз у вас так там система работает. Что вы мне предложить-то хотите? Секундочку. Вы тут еще, Светлана? Да. У меня просто, я не понимаю информации, как ты скажу, она показывает. Mm-hmm. Я не понимаю, в чем проблема. Бывает. Сейчас. А сейчас вы хотите что делать-то? Так, вот у меня подтянулось, показывает город Москва. Ваше имя просто Светлана, фамилию и отчество я не вижу. Раменки, Кунцевская, Москва, Мичуринский проспект. А что сначала перед Мичуринским? Раменки, Москва, Кунцевская и Мичуринский проспект. Раменки, а что это такое Раменки? Я не знаю, у меня сейчас вот база, я скажу, она так показывает, и я не понимаю, что происходит. Yes. Какой из этих адресов ваш, я не понимаю. Что это случилось? Ну, скорее всего, Раменки. Да. А дом какой Раменки? Не показывает, вот именно, потому что база искаженная сейчас. Есть, вот как? Оператора даже показывает вымпел коммуникации, верно? Я говорю, как кривое зеркало, да? Искаженное. Я честно, я не понимаю, впервые с этим сталкиваюсь. Ну это, наверное, говорит, наверное, о том. Произошло. Наверное, говорит о том, что моя вся информация защищена. Я думаю, вряд ли, потому что, честно, я с этим первый раз сталкиваюсь. Скорее всего, какая-то ошибка в коде была. В чем? Я сейчас обязательно это в коде программа. Непонятно. Я направлю эту ошибку этим специалистам, потому что я действительно не понимаю, что происходит. Ну, конечно, вы разберитесь, как это меня нет в базе. Безобразие. Нет, вы в базе есть, просто ваша информация некорректно отображает. Ну да. Понятно. Если вам не сложно, назовите, пожалуйста, свое отчество, чтобы я мог вам обращаться по имени отчества, потому что только имя показывает на английском языке. Чисто интуитивно понял, как говорится. Васильевна. Васильевна, очень приятно, Светлана Васильевна. Ну да. Вы извините, пожалуйста, я, правда, ну, я... Ну, конечно, ну, как же, потому что... это ваша работа, все нормально. Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой, не, честно. Не переживайте. Так. На чем мы с вами остановились? Ну все, вы искали... Да, искали мое имя, отчество, фамилию. Вот, что-то зависло. Нет, а этого, больше никаких действий не предпринимаем. Так, уведомление вам поступило, да? Вот это все в порядке с ним? Да, в порядке. Так, дальше продолжим заполнять протокол. Остановились с вами на интернет-покупках. Я вам говорил то, что вот эти вот сайты не перепродают базы своих клиентов. Все верно, да? Ну, не знаю, я этого не слышала. Wildberries точно надежный магазин. Wildberries и AliExpress. Ну, AliExpress не знаю, китайцы, хотя сейчас и в России они работают, а вот Wildberries это хороший магазин. Там никаких утечек точно не может быть. Ну, мы это знать они не дорожат своей репутацией, это я вам точно на 100% говорю. Почему вы так за них уверены? Ну, я уверена, я уже давно клиент, покупатель этого магазина, все нормально, никогда ничего не было. Она, вот эта организатор этой компании, очень богатая женщина, она тоже дорожит своим вот этим сайтом. Ну... Интернет-магазин. Это не значит, да, что есть сотрудники, которые могут компрометировать данные своих клиентов. А сотрудников они не могут ничего видеть. У них тоже информация, там может только карта быть и все. А все остальные коды, пароли, явки, там у них все это защищено, они этого ничего не увидят. Ничего не защищено. Я вам скажу так по секрету.
Давайте, раскрывайте все, что знаете. Я буду очень уже благодарна. Уже было 20 раз такое, что с сайта Валберис была перепродана база данных. И все останавливалось на сайте Валберис. Когда мы проводили диагностику телефона, оказывалось, что утечка данных была оттуда. Ну да, и что было дальше у человека, которого продали информацию? Что, дальше они мы его списали деньги? Нет, деньги не списывали с него. Наоборот таки. Ну, тогда все нормально, что беспокоиться. Попытка, это же не значит, что они списаны. Пытаться можно методом тыка, но это же не значит, что все спишется. Что вы пропали только что? Что вы говорили? Я говорю, методом тыка можно любую карту брать и пытаться ее набирать, потом этот CVV вводить. Ну, если ничего не знаешь, то ничего не получится. Нет, достаточно одно знать данные карты, чтобы войти в личный кабинет Сбербанк онлайн. А, ну это да, конечно, это можно, да. И но придет карты не вошли. Код придет получается человеку, который пытался это сделать. Он придет же не ему, а у кого пытались списать. Ну, я думаю, что человек, которому пришел код, он же не дурак, дайте я договорю. Я говорю, не дурак же человек называть кому-то тот код, который не принадлежит этой покупке, он не делал ее. Естественно, он ее никому не назовет, этот код, вернее, его. А у вас услуга антивирус в Сбербанк онлайн включена? Конечно, все у меня защищено. Проверьте, пожалуйста, еще раз. А я знаю, я не буду проверять, я вам говорю, что да. Защищено. Просто у меня показывает, что она у вас отключена, так же, как и уведомление. Нет, подключена. Проверьте, пожалуйста, на всякий случай. Сейчас проверим. Конечно, у меня по базе есть ошибки здесь, но... Ну да. Все, ваши средства защищены. Все в порядке, хорошо. Конечно. Так, интернет-покупки. Я все-таки по поводу сайта Валберис, я могу поспорить с вами? Ну, давайте я спорить. Я сомневаюсь, что они не перепродают базы, потому что не в первый раз мы с этим сталкиваемся уже. Хорошо, а этот код, который мне прислали, он из какого магазина? Пытались и покупку сделать где? Как интернет-магазин называется movavi.ru. Так, мовови? Так. Мовови. Я бы не советовал этот сайт переходить. Мовови.ру. Понятно. Светлана Васильевна, не переходите на этот сайт. Вы меня слышите? Ага. Я понимаю, что у вас антивирус стоит, но лучше не переходите, не рискуйте. На телефон может быть установлена фишинговая программа. Светлана Васильевна. Да-да, я вас слушаю, я не перехожу, я вас слушаю. Точно не переходите, потому что я вам серьезно говорю, может быть установлена фишинговая программа на ваш телефон. Ну что дальше-то? Я не перехожу. Не переходите, хорошо. Скажите, пожалуйста, каким антивирусом на телефоне пользуетесь? Касперский. Касперский. Лицензию покупали на него? Да. Фишинговые программы какие-то он видел? Что это такое? Когда это... вирус, когда, да, попадает? Нет, блокирует. Это, по сути, не вирус. Угу. Это, по сути, не вирус. Это просто программа, вот стоит вам перейти по ссылке. Эта программа загружается в телефон и копирует персональные данные. Ой, я не наблюдаю за этим. Я знаю, что у меня стоит антивирус, и никакие... Я по ссылкам особо и не хожу. Вот. Я вас понял. В таком случае нужно обязательно провести диагностику вашего телефона на наличие фишинговых программ. И что нужно для этого? Давайте тогда сейчас перейдем к делу. Устанавливать скажите, какую-то пожалуйста. Программу? Это программное обеспечение, которое поможет определить местоположение человека, который вошел в ваш личный кабинет. Угу. А также проведет диагностику телефона на наличие фишинговых программ. Так. Оно есть в официальном магазине Play Market. Это наш партнер. Да-да, и что это?
Скажите, WhatsApp у вас есть? Да, конечно. Вам будет удобно, если со своего телефона вам отправлю это программное обеспечение по WhatsApp? Отправляйте. Да, хорошо, не отключайтесь пока что, я возьму телефон вот сейчас. Угу. Спасибо. Сейчас пришлет мне программу на WhatsApp, а я через компьютер посмотрю, что он мне пришлет. Светлана Васильевна, я вернулся. Сейчас я добавлю вас в контакты. Я слышно? Слышно. А сейчас что, Сбербанк и по WhatsApp работает? Нет, это, так скажем, индивидуальная услуга. Я со своего телефона просто вам отправлю, потому что будет давнее. А вы мне звоните именно со Сбербанка? Я что-то запуталась. Или у вас все банки отдел отображаются? Контроля, отдел контроля финансовых операций. Финансовых операций какого банка? А, Сбербанк. По Сбербанку. Понятно. Да. Так... На этом же номере телефона, да, у вас все зарегистрировано? Да. Все хорошо. Скажите, а ранее с таким не сталкивались? С чем? Ну, вот с подобными, так скажем, операциями по вашим счетам. Какими операциями? Ну, грубо говоря, мошенническими. По-другому это никак не назовешь. Нет, до сегодняшнего дня не сталкивалась. Я вас понял. Так, сейчас я вас добавил. Так, это вы в розовеньком таком костюме, да? Да. Что? Сейчас. Я вам написал «Здравствуйте». Да, да, вижу. Можете добавить меня в контакты сейчас. Если что, в дальнейшем, если у вас какие-то будут вопросы... А как ваше имя? Казанцев Сергей меня зовут. Казанцев? Да, все верно. Угу. Можно просто Сергей, а как отчество? Анатольевич. Добавили в контакт? Я так увидел, зачем мне добавлять? Нет, нужно добавить контакт, иначе вы не сможете перейти на программное обеспечение. Там WhatsApp автоматически блокирует это все, из-за того, что не добавлен контакт человек. Добавила. Угу, хорошо. Смотрите, вот я вам отправляю. Если у вас QR-код не читает, внизу есть ссылка. Там, когда перейдете к нему, откроется, появится значок Сбербанка, а потом будет интерактивное меню. Антимошенник. Да, все правильно. Если QR-код не читает, то вон внизу есть ссылка там. Так, и что будет дальше? Перехожу, и что? Там появится значок Сбербанка, а потом будет интерактивное меню. Угу. И? Переходите, что у вас там показывает? Нет, дальше-то что? Интерактивное меню, и что дальше? Нужен пункт антивирус. А для чего он мне? У меня стоит на телефоне антивирус. Нет, это антивирус, который определяет конкретно на наличие фишинговых программ, которые компрометируют ваши данные. А также он подключает вас к нашей системе для определения телефона, с которого вы выполняли вход. Нет, вы знаете, я по незнакомым ссылкам я не захожу. Так что это... Без проблем, если вы не хотите переходить, она есть в официальном приложении Play Market. Она в Play Market есть, можете самостоятельно ее установить. А как называется? Называется Avesun. Давайте, говорите еще раз. Play Market перешли уже, да? Да. Да.
на русском. А, весун. Так, дистанционный рабочий стол. Так, не то смотрите, там должно быть два приложения. Есть оранжевое солнышко на белом фоне, а есть белое солнышко на оранжевом фоне, верно? Два разных должно быть. Правильно? Сейчас, подождите, я вам отвечу. С оранжевым солнышком? Должна быть подписана Avray Remote. Птичка? Нет, не птичка. Там оранжевое солнышко на белом фоне. На английском написано Avray Remote. Есть такое? Да, но здесь все на английском, по-моему. А, нет. Да, а тут и перевод есть. Перевод может быть некорректно отображаться. Да. Там сейчас переходите на оранжевое солнышко на белом фоне. И нажимайте установить. А, ну это дистанционная программа. Если я ее установлю, вы зайдете в мой, нет, в мой мобильный зашли. Телефон. Это нет, что-то новенькое. Нет, раньше нет, было. Вы зашли на Avray Remote, верно? Так. Я вас там клиент. Раньше TeamViewer предлагали, а теперь предлагаете Avisun. TeamViewer? Кто вам предлагал? Ну, было такое дело. Предлагали скачать поддержка. Не знаю, что там предлагал. Поддержка. Поддержка? Ух ты. Да-да-да. Ничего себе. Было такое. Ну, это приложение это не такое. Да, есть там функция демонстрации экрана, но это для бабушек и дедушек, которые совсем в телефоне не разбираются. Mm-hmm. Они просто ее включают, а мы им помогаем делать операции дистанционно. Вам мы это подключать не будем, поскольку вы и так прекрасно разбираетесь. А я телефон. Вообще ничего не собираюсь подключать. Никакие программы. Почему? Зачем мне это надо? Я... Пойду в банк, разберусь там. Для того, чтобы определить местоположение человека, который входил в ваш личный кабинет. Да вы мне, когда войдете в это приложение... Да мне, честно говоря, и не интересно, что это за человек. Главное, что у меня деньги не списали. Так их могут завтра уже списать. Ну, банк работает до 8. Я сейчас пойду схожу в банк. Банк? Да, Сбербанк. Пойду схожу. И что вы там хотите сделать? А сейчас без 15:09. Ну, значит, с утра пойду в 10 банк. Да, ну как, пойду, покажу им то, что ко мне пришла какая смс-ка от банка, и покажу, они разберутся. Угу. Угу. Хорошо. Отлично. Чего вы там молчите? Чего молчите-то? Алло. Да ничего, просто смотрю заявку на кредит у вас. Господи, и заявка. Ну что ж такое? Безобразие. Все. Машонка слился. Не прокатило. Понял, что я ничего не собираюсь устанавливать. Ну вот, новая у них программа. Хотел подключиться к моему телефону. Ну, я, естественно, все проверила по компьютеру. Вот, пожалуйста, еще новая схема. Имейте в виду, ни по каким программам, по ссылкам от этих мошенников не переходим. Всем удачи. Пока-пока.